Здрасте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Зубко Нина. Нина, а чего же там так чуть не убились на выходе прям? Ну, просто порог не заметила. Мне кажется, это плохой знак. Не знаю, посмотрим. А зачем вы пришли сюда, Нин? Так, честно. Ну, чтобы меня по телевизору показали. Посмотреть на себя со стороны. Нин, открою вам один секрет. Это не прямая трансляция, поэтому вы можете быть вырезаны с помощью монтажа. Поэтому покажут ли вас, зависит от того, как вы выступите. Это понятно. А, понятно? Понятно. Что вы будете делать? Петь. Вы учились петь? Да. Где? Учусь сейчас. В Харьковском национальном училище. Музыкальном имени Леташинского. А что за вокал? Эстрадный? Да, эстрадный. Хорошо, а что за песня? Мика Ньютон «Белые лошади». Хорошо, начинайте. Уже 11:01, и я иду из вечерней школы, а ночь таинственна и темна, и ей не скрыться от рок-н-ролла. Уже 11:01, луна ногами в окно стучится, но не нужна мне сейчас она, ведь я сама улечу, как птица. Есть подозрение, что вас все-таки покажут. Спасибо. Слава. Да, это было удивительное выступление. Мне так интересно было припев услышать на свою голову. Нина, вы правда учитесь вокалу, да? Я вообще учусь на хорового дирижера. А, вы дирижер! Да, ну просто... Что ж вы сразу не сказали? А мы-то, видите, вот как-то так... Но нас преподают и вокал. А вы дирижера вообще самое больше предметов, чем у всех. Нина, не ображайтесь на моих бишь молодших коллег. Да я не ображаюсь. Вони у вас життя важке. Це по-перше. А по-друге, вони ще не так багато бачили і чули. Все нормально. Пісня просто не та. Влад, не та пісня. Можу іншу спіти. А ну-ка. А я хочу. За рік. Сделайте мені подарок, Ніна. Все сміються, нам так класно стало. От усталості, як не бувало. Ви говорите, життя тяжела, але ви ж нас веселите. Ей, давайте, що це веселенько. Ну, не знаю, веселенько или нет. Ну, хит. Максим, знаешь ли ты? Я знаю. Давайте. Знаешь ли ты, вдоль ночных дорог шла босиком, не жалея, но сердце его теперь в твоих руках, не потеряй его и не сломай. Это следующее уже? Пусть обнимает не меня, но помнит все равно. И не случайно твое имя вслух произнесет. И пусть молчит, что все же помнит. А за окном Нина, чекает фонарь. Нина, стоп.
Стоп, стоп. Судя по активным жестам Игоря, он хочет вас пригласить на X-Factor. Без слив. Но мне кажется, у вас появились свои фанаты в Харькове. И немало. Я рада очень. Но прежде чем мы проголосуем, я хочу сказать, что... А ты еще будешь голосовать? Да. Я хочу сказать, что вы звезда. В любом Спасибо. Случае. Спасибо. Я сгоден, до речи. И твое решение? Звезда. Это что-то среднее между... Две звезды. Нина. Две звезды. Но на пять не тянет. Тысячу раз нет. До свидания. До свидания. Извините. Влад, ты коварный. Жалко звезду было человеку дать, а? Ну, тебе сподобалось выступать? Понравилось, но мне кажется, некоторые ноты я не вытянула. Харьковский.